Жена мне машину купила в подарок на день рождения. Автомобиль из Японии. Не спешите поздравлять. Изощренное женское коварство не имеет границ. Моя машина, если выпил, не заводится, сволочь. Опция такая, выпил, зажигание не работает. 10 лет машина в России и без пробега. Лучше бы на ней крыши не было или сидений. Ну, чтоб как выпил, заводилась бы. Я бы в ней стоя ездил, как генерал на параде. У нас вообще город интеллигентный. 4 предприятия научных. Спиртзавод, пивзавод, винзавод и ликероводочный. В нашем городе кое-как можно ездить. У нас и лежачие полицейские правильные. Лежат в стороне от дороги, никому не мешают. Ладно, купила жена эту машину. Я ж тогда про опцию не знал. Ну, обмыл приобретение в ресторане французском. Называется «Наполеон». Французы специально приезжали открывать из Еревана. Потом сел в машину, она не заводится. Мужик какой-то говорит, если машина не заводится, тут много причин. Может, бензина нет. А может, потому что ты ключом в стену тыкаешь, а сам сидишь в ресторане под столом. Вышел я из ресторана, сам, без посторонней помощи. За бордюр только держусь чуть-чуть. Сел в машину, ключ вставил, не заводится, зараза. А голос женский противный говорит, вы не можете управлять машиной, вы пьяны. Доза вашего опьянения – труп. Тут гаишник подъехал, заставил в трубку дышать. Говорит, вы пьяны, отойдите на 2 шага от транспортного средства. Сейчас я вашу машину на штрафстоянку отгоню. И сел за руль. Через секунду выскочил красный, как мячик на японском флаге. Говорит, что ж ты не сказал, что у тебя с зажиганием проблемы? И стал по телефону орать. Марина, я завязываю. Со мной машина разговаривала голосом твоей мамы, царство ей небесное. Врагу не пожелаю. Свежая машина, а я домой пешком, как Ломоносов. Притащил машину на буксире в автосервис, чтобы эту опцию удалить. Никто из мастеров автосервиса не знает, где в машине этот датчик. 10 мастеров в машину по очереди только голову засунут. Голос сразу. Вы не можете ремонтировать машину, вы пьяны. Мама, ничего. Заведу машину и пьяный. Обману я, как нефиг делать. В противогазе. Я надел противогаз. Только подошел к машине, она сразу завелась. Сразу. Но не машина, а соседка. 62 года, и это только в разводе. Прижалась ко мне и говорит. Ой, сосед. Откуда вы знаете, что я завожусь на мужчин в противогазе? Пошли ко мне, слоник, чаю попьем. И тянет меня за хобот. Еле вырвался, чуть слоновье достоинство не потерял. Потом вставил ключ, говорю, давай, заводись, ейшина дочь. Голос говорит, вы не можете управлять автомобилем, вы пьяны. Я говорю, сакура ты засохшая. Как ты узнала, что я пьяный? Голос говорит, только пьяный может заводить машину в противогазе, одетый вместо трусов. Еще тут, как назло, меня друзья позвали на рыбалку. Там одного день рождения. На 5 30 ящиков коньяка. Я не мог не поехать на такой клёв. Я плакал, но ехал. 200 километров на велосипеде зимой – это не шутка. Болело все, что натерлось об седло. Что не натерлось, то замерзло в камень. Как-то ночью мне приснилось, чтобы машину завести, ее напугать надо. Я выпил 50 для храбрости, потом 100 для смелости, потом 500 для бесстрашия. Взял бейсбольную биту, закричал, как Тарзан, и по капоту со всей дури. Хрясь! Сел за руль, ключи провернул, и она завелась. Я от радости 2 часа на ней гонял. И на красный, по тротуарам, и по клумбам. Потом сын подошел, говорит, папа, это мой компьютер, отдай джойстик. Терпение лопнуло. Я позвонил в сервисный центр по иномаркам. Приехала бригада спецов. Говорю, мужики, я вам 300 баксов даю, только разберитесь с датчиком трезвости. Они что-то покрутили, заменили, говорят, все. Молодец, что нас позвал. Этот датчик через неделю бы сдох. И можно было бы пьяному ездить. Мы новый поставили, его теперь хватит лет на 50.
Тут один специалист подсказал, нужно машину заморозить. Датчик на морозе сломается, и она заведется. Ну, загнали мы машину в большой холодильник на мясокомбинате. Мороз включили на полную мощь. Я говорю, готовься, ты, тебе не рис палками жрать. 3 дня продержали машину в морозилке. Открыли холодильник, подхожу, машина трясется и орет на меня матом. Причем без акцента. Думаю, все, сейчас заведу. Оказалось, это тесть орал. Я его на заднем сиденье спящего забыл. Он после этого обморожения напрочь забыл все, что я у него занял за 40 лет совместной жизни. Решили завести машину с толкача. Я сел за руль. Толкали вдесятером. Бесполезно. Стоит, как вкопанная. Мужики плюнули и разошлись. Машина говорит мерзким голосом, чтобы завести машину с толкача, надо быть трезвым. Я говорю, ты харакири недоделанная. Как ты узнала, что мы пьяные? Она говорит, только пьяные могут заводить машину, толкая ее вдесятером, 5 раз спереди и 5 раз сзади. Мне тут как-то собака покусала бешеная. Теперь уколы колю от бешенства, пить нельзя. После вынужденного воздержания от спиртного машина, конечно, завелась. В трезвом состоянии узнал много интересного. Оказывается, у меня не 3 сына, а 1. Причем дочь. Гитара, на которой я играл, стиральная доска. А зеркало, глядя в которое я брился 15 лет, не зеркало, а портрет Гоголя. Так что, если кто-то хочет бросить...